Всем привет! Наш 11-месячный микродиректор Марк Павлович вырос из своего комфортабельного кресла Дуни. И теперь мы в поисках подходящего и удобного места для попы директора. И как раз в магазине Bowen Baby проходила акция «Возьми на тест-драйв автокресло Ajax Drive iFix», в которой наша семья приняла участие. Мы подготовили для вас видеообзор, в котором более подробно расскажем об автокресле Ajax Drive iFix. Мы все любим глазами. Первое, что хочется отметить, это внешний вид. Кресло очень стильное. Ткани приятные на ощупь и мягкие, хоть это и 100% полиэстер. И что самое важное, микродиректор ни разу не вспотел, в отличие от Дуны. Автокресло рассчитано на возраст от рождения и до 12 лет. Проходило тестирование по стандарту iSize в Чехии и имеет поворотную базу на 360, которая управляется одной рукой. По мере роста ребенка убирается подушка под поясницу, дополнительная поддержка для головы и мягкие вкладыши. Они на кнопках, и их можно убирать как вместе, так и по отдельности. А значит, удобно будет всем. Пятиточечные ремни регулируются стандартно, как и у большинства автокресел. А вот мягкие накладки на ремни никогда не спадут с плечиков, благодаря тому, что они крепятся на собственные ремешки. Сзади накладок имеется прорезиненный слой, а к ремням они крепятся с помощью кнопок. В отличие от похожих автокресел других марок, тут есть съемный козырек. Он защитит вашего ребенка не только от солнца, но и от осколков в случае ДТП. Вы только посмотрите, насколько глубокий этот козырек. Подголовник регулируется в 12 положениях и растет вместе с ребенком. Пятиточечные ремни и замок прячутся в специальной нише, а не снимаются. Опорная нога убирается в специальный паз под креслом. У этого автомобильного кресла аж 7 положений наклона чаши. Но при установке кресла против хода движения, его допустимо использовать всего лишь в одном положении. Ну, и один из важных плюсов – это то, что текстиль можно легко снять и постирать. Ведь за 12 лет это придется делать не один раз. Муж справился с этим вопросом всего за 1,5 минуты. Машина у нас старенькая купе Honda Prelude, и места сзади оказалось слишком мало, но мы нашли выход из ситуации. Установка очень простая. Достать опорную ногу, два щелчка и готово. Индикаторы показывают, корректно ли закреплено кресло, поэтому переживать не придется. Специальные пазы сбоку удерживают ремни при посадке, но мы все равно дополнительно убирали накладки за подголовник. Отлично, завели ребенка уже. Ремни соединяются вместе и легко защелкиваются в замок, в отличие от Дуны, где порой приходилось приложить немало усилий. Разворачиваем базу в нужное положение и можно ехать. Поехали! Мы с папой на машине поедем за леса, и летят в пыли на край земли 4 колеса. По горкам и долинам мы смело колесим, километры не страшны нам, если в баке есть бензин. Едем вместе с папою и в окно глядим, ты поешь и я пою, и мы не тормозим. Пусть дождинки капают на крышу и капот, когда мы едем с папою. Мне очень жаль, что вы увидели меня, сладкого пирожочка, в таком настроении. Я не думал, что мы едем отдавать это прекрасное автокресло обратно в Bowen Baby.
Но родители сказали, что мы можем выиграть его. А я очень сильно верю, что удача на моей стороне. Спят усталые игрушки, книжки спят. Марк, зайка, давай вставать. Давай вставать. Мы уже приехали.